Вы кто? Блокнот Воронеж. Я первый раз вас вижу. Да? Ну, да. Я думаю, я буду как чаще зовут? Ходить. Владимир Смехнов, блокнот Воронеж. Вот хорошо, что вы думаете. А что вы раньше не ходили? Да вот так как-то получалось. Как? Ну, давайте, какой вопрос? Да я хотел спросить, вы же вот про расходную часть бюджета говорили. За 3 года на расходы губернатора на обеспечение на 500 000 где-то вырастут. Как-то изучали этот вопрос, с чем это связано? У вас такой вопрос интересный. Расходы, они должны расти. Записывайте внимательно. Но главное, чтобы у нас увеличивалась доходная часть бюджета. А те источники финансов, которые направлены на деятельность Воронежского правительства, на деятельность губернатора, депутаты Воронежской областной думы будут поддерживать губернатора Гусева Александра Викторовича. Есть специалисты, есть нормативы. И когда вы задаете вопрос, что вы имеете в виду, конкретные цифры, по каким статьям, я вот сейчас чуть ранее сказал, каждая строчка бюджета и доходы, и доходная часть, и расходная часть принимается в открытом режиме, системно, с четкими планами, с четким доказательством и с четкой защитой каждой копейки, каждого рубля. Потому что мы несем ответственность, а ответственность мы берем на себя, и депутаты принимают решение на пленарном заседании, в том числе и на 51-м заседании Воронежской областной думы. Спасибо большое. Спасибо. 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 Коллеги, всем хорошего дня.